Мне всегда нравилось записывать и монтировать видео. Это такое для меня было архивирование происходящего, поездки, там всякие проекты. Круто, прям мне это реально очень нравится, я себя чувствую летописцем. Это прикольно. Ну и сам процесс мне тоже очень нравится. И снимать, и особенно монтировать, это как раз та самая деятельность, за которой ты можешь просто залипнуть на вот всю ночь и сидеть, как за фотошопом в студенческие годы. И когда на днях меня озарило, что я хочу подснять, точнее, как записать одну информацию, поделиться информацией, мне показалось, что это через видео будет максимально интересно донести, потому что я люблю писать еще тоже. Соцсети — это как такой способ тоже заархивировать какие-то события, которые со мной происходят. Я люблю писать, но тут мне захотелось именно вот снять видяшку, и я такая вся одухотворенная, воодушевленная прибежала домой, поставила две камеры, потому что на самом деле две камеры — это не чтобы повыебаться, а потому что так проще монтировать. Я наконец-то поняла суть вообще двух камер. И я сняла дублей 20, и мне ничего не понравилось. И я поняла, что мне очень... Ну как, не то, что я поняла это, я знала это, что мне не очень комфортно снимать процесс на камеру, смотреть на камеру, смотреть, как я там выгляжу, как я говорю, как что я не запинаюсь. В общем, я психанула, поняла, что нет, не хочется. А потом я вспомнила, что я недавно в шорцах наткнулась на чувака, который делится довольно-таки прикольными мыслями, всякими там околоэкзистенциальными умозаключениями, пока тем временем моет посуду. Я подумала, что, блин, наверное, чувак тоже не очень любит смотреть в камеру. И он и интересные вещи говорит, и то, что он в этот момент делает, тебе, в принципе, не так важно. Ну, ты сначала немного удивляешься такой, что, а потом, в общем-то, переключаешься на мысли. И я решила попробовать. Я вот продолжаю делать свой проект, который давно начала. Я даже забрала его для этих целей из мастерской домой. И рассказ будет про то, как мы запускали мастерскую, как мы стартанули. Перед этим хотелось сказать еще пару моментов про видео, почему я их не снимаю, видео с говорящей головой. Точнее как, я снимаю иногда обзоры для одного канала, для клуба мастеров. Там такой образовательно-технический контент, образовательно-развлекательно-технический. Обзор мастерских, обзор инструмента, там помимо меня, то есть я, мне кажется, там самый дилетант и в плане знаний, и в плане монтажа и преподнесения информации, потому что люди, которые снимают для этого канала, это профессиональные столярные блогеры, то есть они занимаются этим, они крутые и как столяры, и как блогеры. И снять на самом деле годный, классный, качественный контент — это большая-большая работа. Работа, к которой я, ну, немножко не готова, у меня на это нет как бы времени и сил. Поэтому мы снимаем, то есть нам очень сильно помогает Миша Афонин, именно со съемкой, иногда с монтажом тоже. Мы снимаем 2-3 дубля, я это монтирую, и как бы вуаля, видео готово. И, например, видео, которое мы делали буквально вчера, оно вышло, оно получилось прям хорошее. Там очень много интересной информации про покрасочную камеру. То есть для тех, кому это актуально, это прям, ну вот, мне прям радостно за это видео. И тем не менее, первый комментарий, указание на мою какую-то оговорку в самом начале, а я даже ее сразу не заметила, то есть я во время монтажа уже потом ее услышал, такая, ну, как бы... Если я за все видео, не знаю, 30 раз сказала «покрасочная камера», про которую мы, собственно, снимали обзор, и один раз я случайно сказала «покрашенная камера», и чувак такой в комментах: «Ага, покрашенная камера!» Это такой... Короче, я к этому дерьму не готова про... комменты, я зареклась уже туда заходить. И в целом, в какой-то степени он даже прав, потому что я тоже избалованная. То есть блогеры, которых я смотрю, это ребята с очень качественной картинкой, с очень качественным светом. Говорить на камеру — это сложно, мне это сложно. Собственно, поэтому я делаю это вот так, через рисование. Поэтому тягаться и соревноваться, и делать контент ради контента я, ну, пока не готова. А поделиться информацией хочется. И вот, собственно, то, что меня на днях вот прям озарило, ну и слово. Собственно, почему мне захотелось снять и рассказать эту историю про то, как мы запускали мастерскую, именно потому что я подумала, вдруг это кому-то может быть важно. Вот это очень прикольная штука. Не то, чтобы, вот опять же, да, контента ради, а что вот... Я, в общем, я все пытаюсь объяснить это чувство, когда ты такой: о боже, это же кому-то может тоже быть полезно, вот. Я последние дни много смотрю ребят, которые рассказывают, делятся своими историями о том, как они стали художниками.
И это очень воодушевляюще, как вдохновляюще смотрится. Мне это очень полезно. И люди делятся своими историями. Кто-то делится прям советами. То есть до советов я еще явно не доросла. Кто-то делится просто своей историей изначально, вот степ-бай-степ, что у них происходило. И больше не техническая составляющая, как я стал художником. Ну, я там пошел в художественную школу, или там, ну, я там начал рисовать. А больше именно про эмоциональную составляющую этого, про страхи. Очень много про то, как люди вот, вот этот шаг сделали. Как они там ушли с основной работы, или там, не знаю... И это полезно слушать, потому что это живые люди, настоящие истории. И я подумала про мастерскую, такая, блин, ну, еще момент с тем, что мы без лишней скромности проделали колоссальную работу. То есть вот брать точку ноль 3 года назад и сейчас, это колоссальная работа. Мы ее, я ее и мы как команда можем иногда немножко не замечать, не обесценивать, но просто об этом редко думать, что... Оно, во-первых, порой ощущается как само собой разумеющееся, а во-вторых, мы же всегда ставим еще какие-то следующие задачи, следующие цели такие, ну классно, идем дальше. А не всегда успеваем остановиться и немножечко похвалить себя. Вот, и я поняла, что работа, правда, проделана колоссальная, и почему бы о ней не рассказать, собственно. Во-первых, кто такие мы? Мы — это я и команда, я и мои партнеры. Партнеров 3, это я, Миша Кузьмичев и Рома Кузьмичев, и нет, они не братья, они однофамильцы, это такая случайность. Это 2 моих друга. Нам всем была интересна столярка, то есть начать с этого. Так или иначе, мы с ней соприкасались, я чуть дольше, я это сделала своей работой, скажем так, и там делом жизни, чуть раньше, но у меня не было мастерской своей, то есть у меня появлялся инструмент, я качала скиллы, делала проекты, но у меня не было своей мастерской, и сказать по правде, особо и плана на мастерскую не было, то есть задача по открытию мастерской у меня не стояла, у Ромы стояла, вот Рома такой, я хочу мастерскую. А у меня это был какой-то логичный следующий шаг, то есть я просто делала предметы. У меня в основе лежало не амбициозное вот это «хочу свою мастерскую», а желание просто делать предметы, делать классные, интересные проекты, делать это в классной компании, в классной команде с интересными людьми и как бы искренне заниматься своим делом. И появление мастерской был ответ на это желание мое, на этот запрос. В тот момент мы уже познакомились с Мишей, и на троих в какой-то момент решили сообразить. То есть совпало, сейчас забегая немножко вперед, скажу, вот второй важный момент. То есть первый – это наша лютая заинтересованность просто в предмете. Да, в этом случае это столярное дело. Мы просто как не в себя, такие, вау, это круто, это интересно, давайте изучать, давайте инструмент закупать. Рома в какой-то момент, а у Ромы это хобби всегда было. Рома в какой-то момент купил себе токарный станок Powermatic и такой, все, хочу токарить. Ну, то есть это прям вот, ну, максимальный такой dedication. Второй момент, это случай, на самом деле, я как-то это вот так решила обозвать. Сам факт того, что мы познакомились с ребятами, что мы... что у нас совпали вот эти желания и какие-то планы, даже не желания и планы, а настроение, намерение. Очень странно, у меня всегда почему-то отваливается камера через какое-то время. Вторая, надо научиться ей пользоваться. В общем, случай, то есть как будто бы часть того, что происходит вообще с нами, это не от нас зависит. И ну, как бы понятно, то есть мы каким-то образом пришли в эту точку. Я, Рома, Миша, потом появился Олег. Мы, ну вот, мы просто жили, мы просто занимались каким-то любимым делом, нам было это интересно, и потом мы пересеклись. То есть как будто бы в тот момент, когда мы все были готовы к этому, мы такие раз и там встретились практически случайно. То есть тогда был карантин, он подходил к концу, я вернулась с Валдая. Мы строили афрейм с ребятами. Очень классный карантин у нас получился. А Миша вернулся с Тавриды, с стройки арт-объекта гигантского. И мы такие оба заряженные, то есть он большой стройкой, я большой стройкой. И мне пришел на запрос заказ от ребят, от моих друзей-архитекторов. Я обожаю такие интерьеры, это фанера и минимализм, прям вау. Вот, и проект большой. Ну, то есть не очень большая квартира, но проект сам по себе большой. Я понимаю, что я не вывезу точно, я одна это точно не буду делать, и мне нужен техдир. Вот именно вот так я себе это сформулировала, и встречаю Мишу. И я говорю, слушай, не хочешь ли проектик сделать вместе?
У него тогда, по-моему, уже тоже начал появляться какой-то свой инструмент, но, опять же, без мастерской мы как-то... Я кочевала тогда. Я в УДИТ тогда вписалась, потом, в принципе, как-то у меня не было потребности. То есть, когда были какие-то запросы, там, к Славе в МДШ я вписывалась, и Миша такой, да, давай, давай делать, офигенно. И мне тогда нужно было, опять же, да, я вот про эмоциональную как раз сторону этого хотела сказать, помимо скиллов, которых мне бы не хватило, чтобы вывести такой... Ну, не, на самом деле, может быть, даже бы и хватило, но это было бы долго и неоправданно как-то, ну, то есть я бы заковырялась, и там, ну, правда, большие сложные объемы, и часть решений я просто бы не придумала логичней, как бы, да, и поэтому я сформулировала именно так вот, что нужен техдир. То есть я там много чего умею, но также много чего не умею. Мне хотелось вот как бы какого-то шарящего человека рядом. Плюс второй момент, признаюсь честно, наверное, это какое-то разделение ответственности. То есть когда ты... Один, тебе не с кем посоветоваться, тебе не об кого подумать, это усложняет процессы. Вот, и поэтому и с Мишей тогда мы вот прям сошлись, комфортно это было работать. Мы сделали вот один проект, до этого мы с ним на самом деле там за год до мы делали уже проект совместно, нас Стас Дервоедов позвал, собственно, мы тогда и познакомились, мы строили домик на дереве, что довольно символично. У меня первая татуировка была «Дом на дереве». Я тогда только начала заниматься столяркой, и это так закольцевалось. Но это отдельная история. То есть то, что было до, остается до. Это могу, если интересно, рассказать в отдельной штуке, потому что то есть, до появления мастерской у меня была еще жизнь столярная в том числе. И мы делаем этот проект, и все это происходит. Мы снимали маленькую-маленькую комнатушку на 905-го, прям вообще 16 квадратов, наверное. Вот, это было смешно. И в какой-то момент мы из нее выросли, да и нас попросили оттуда. И встал как раз вот вопрос про мастерскую. Еще пару слов про то, что многие в таком формате на самом деле работают без мастерской. То есть можно заниматься столяркой, да, делать предметы, делать проекты, не имея свою постоянную мастерскую. Даже, возможно, инструмента. То есть я вот в УДИТ вписывалась тогда, мне пришел запрос на небольшой комод, и я такая, ребят, вот у меня там какое-то количество инструмента, можно я у вас тут приучусь? Дружественные столярки время от времени готовы тебя вот так вписать, если у них есть на это ресурс, место, пространство, да? К нам сейчас в мастерскую вписываются время от времени наши друзья на там неделю, на две, мы обговариваем это заранее. И такие, вот у нас проект, если у нас не аврал в этот момент, если мы не в огне, то в целом почему бы и нет. Соседи наши, например, Дар Труда, это открытая столярная мастерская, коворкинг. Много кто снимает вот так часть в помещении и не обзаводится своей мастерской прям вот полноценной. То есть он подкупает там часть инструмента. Это, кстати, тоже хороший как бы, ну, старт. То есть ходить в принципе... И я так начала, кстати говоря. Сейчас не про это, но вообще, если так по-хорошему, с чего вообще, в принципе, столярка началась, с похода в открытую мастерскую. Ты приходишь с каким-нибудь запросом поделать предмет. Это прям офигенный старт. То есть я еще тогда делала ремонт, и в квартиру нужно было кучу всего, и часть из этого, вот эта тумбочка, кстати, на которой я сижу, не сильно понятно, что это тумба, но не важно. Это там мой второй, по-моему, в жизни предмет, то есть ему уже 8 лет, и вот я сижу, раскрашиваю его. Класс. Да, столярные коворкинги, это очень прикольно, вообще любые коворкинги, то есть это хороший старт. Наступает момент, когда нас попросили с этой комнатушки, надо было съезжать, и... В этот момент Рома такой уже максимально подогретый, такой, все, хочу мастерскую, хочу уходить со своей основной работы. Что у Миши, что у Ромы, что у меня были классные работы, в смысле позиции. Рома финансист, Миша из IT-сферы, я архитектор. У нас были, мы работали в классных офисах с классной зарплатой и так далее. То есть вот этот прыжок в неизвестность, он был совершен намеренно, а мне было дико страшно. Вот именно когда встал вопрос снять свою мастерскую, то есть мы говорим сейчас про аренду, когда ты понимаешь, что все, вот ты готов, ты созрел, ты готов снять мастерскую. Мы, естественно, немножечко там не вписались в бюджет, который хотелось бы вписаться, потом поняли, что да и хорошо, у нас все, лучше бы мы не нашли. И у меня самый большой страх был, это заказы, то есть они никогда не сыпались на меня с неба, казалось бы. Потом, ну, как бы мы это проанализировали, поняли, что у нас была такая вот подушечка безопасности, такая, как для колечек, очень маленькая, в общем. И мы так немножечко проанализировали, подумали, ну,
насколько плохо это может быть, то есть что мы потеряем по итогу. У нас, ну, как бы вопрос в финансах только был, что мы в целом, давайте пробовать, то есть у нас там задел на, ну, пару месяцев есть, то есть за пару месяцев как будто бы какой-то заказ должен прийти. Вот, у меня была вот эта самая большая паранойя. Миша на себя взял обустройство мастерской, да мы все на самом деле этим занимались, там кто, как бы, в каком количестве. А к нам тогда подключился Олег, он стал работать с нами, и... Я очень рада на моей с ним встрече. Я изначально как-то не до конца понимала, почему еще один человек у нас в мастерской находится. А потом как поняла. Вот, это потрясающий человек. И даже команда слова не подходит. У нас какой-то, у нас прайд вообще максимальный какой-то в мастерской. Ребята больше как бы занимались обустройством мастерской, а я больше думала про заказы и где их брать там и так далее. И наколдовала, судя по всему, потому что первый заказ мы заезжаем, вот, только-только заехали, расставили там верстак, другого у нас особо ничего не было. Перевезли диван, который мы сделали, Миша сделал за вечер. Потихонечку обустраиваемся, бюджеты минимальные и как бы, ну вот, в ожидании заказа. Пишет Никита Сомов. Никита, привет. Никита занимается также много фанерой, как и мы, но в Питере. Никита скидывает нам запрос от ребят. Мне в Москву несподручно сейчас, если хотите, вот. Мы такие, да, хотим. Там экспресс-заказ был не очень большой, но срочный. То есть там у нас буквально 5 дней. Там куча приколов, как мы поднимали фанеру на третий этаж, 21-ю или 18-ю. Ну, то есть мы обычно с пятнашкой работаем. А тут Миша такой, давайте потолще, красиво будет. Я говорю, Миша, да она тяжелая. Мне даже отдельные детали иногда тяжело поднимать, когда ты работаешь. Я уже не говорю про изделие целиком. С пятнашкой все понятно, с пятнашкой прям вот ок. А 18-21-ю, он такой, да давай, да красиво. Я такая, окей, давай. Сроки очень сжатые. Мастерская недообустроена, то есть можно работать, но как бы так. Я тороплю ребят и себя, чтобы мы быстрее сдали, потому что как бы мне перед заказчиками хочется как-то вот, ну, ребят не подводить. Вот, а Миша такой, типа, по обустройству мастерской. Я говорю, так, продолку все ставим просто на верстак, фигачим так. Он такой, нифига, мы пока не сделаем стол для продолки, мы работать не будем. Я такая, окей. Сушилка для деталей. Мы сделали такую... крест-накрест, которая складывается. И я такая, да на верстаке высохнет. Он такой, да нифига. И мы строим эту сушилку. И у нас вот этот постоянный такой компромисс, что я топлю, я не тороплю, но я стараюсь оставаться в контексте того, что, ну, это, как знаете, есть вот, когда делаешь что-то для выставки, для там какого-то подмероприятия, да, оно сложное, да, там у тебя сжатые сроки и так далее, но если ты не успел к этому мероприятию, можешь вообще уже не делать, ну, то есть это все теряет смысл. Можно вылизывать какой-то предмет очень долго, можно обустраивать мастерскую сколько угодно, если у тебя есть на это ресурсы, но, как бы, если ты не в контексте находишься, то можешь уже, как бы, вот, ну, не делать. И поэтому мы стараемся как-то вот, ну, балансировать это, но при этом не работать в полном трэше, понятно, потому что такое ощущение, что это отдельный вид искусства, работать в трэше, работать в экстремальных условиях, так же, как на вот монтажах в общепите, например. Это вообще лють, в смысле, приезжаем такие мы заряженные со своим верстаком, с пылесосом, там, со всем вот этим, и чувак тут... паяет, что-то складывает схему на полу, а у нас было два верстака, Миша ему приносит верстак такой, говорит, возьми, он такой, сидя на полу, такой, да не, мне так, нормально, там все перешагивают через этот шуруповерт его, и ты такой, я все сделал, все, что, я сделал все, что смог. И, собственно, про первый заказ, вот мы его откатали, все классно. А тут мне звонит приятель, это вот к разговору, что падают ли они с неба, а падают ли они на самом деле с неба, или вот как это все работает. Звонит знакомый, с которым мы познакомились лет 5 назад, и, скорее всего, и виделись-то несколько раз буквально. Он каким-то образом об нем вспомнил, говорит, Кать, занимаешься соляркой еще? Я такая, да, вот я и как раз и занимаюсь. И он скидывает очень интересный запрос на скульптуру человека. К нам приезжает художница Настя Жигаль, мы обсуждаем все, закупаем карагач. Еще забавно, она когда показывает эскиз, у нас за окном на Нейдаре в первой нашей мастерской был гигантский мурал на соседнем доме через дорогу лежащего человека, то есть форма как вид сверху на человека. И она показывает эскиз, а у нее там лежащий человек в полный рост, мы такие, в смысле, как это забавное совпадение. И когда мы заканчиваем работу,
в день, когда она приезжает его забирать, чуваки напротив, на крыше этого дома, приходят и закрашивают этого чела. Ну, в смысле, ЖКХшники. И ты так, ну, то есть мы выносим своего чела из мастерской, и того закрашивают, и, блин, у меня мурашки сейчас. Вот, довольно забавная моя любимая история. Таким образом, все вот у нас началось, мы начали докупать инструмент, Рома по большей части за это отвечал. У нас изначально были, как бы, и были и остаются договоренности, есть даже партнерское соглашение, не подписанное никем из нас, но оно сформулировано в письменно уже неплохо. Мы договорились об определенных вещах, то есть мы на самом деле изначально, когда еще с Ромой начали обсуждать, с Ромой и с Сашей, с его супругой. Мы проводили такие типа страт-сессии у меня дома, смеялись, веселились, обсуждали серьезные штуки, и какие-то вещи, ну, ребята в этом явно разбираются больше, чем я, потому что я больше вот, я такая, блин, где брать заказы, вот, и они такие, так, договоренности, как мы заходим в дело, как мы выходим из дела, я такая, блин, а для меня это как шкура неубитого медведя? Ребята очень по-бизнесовому к этому подошли. Саша такая, нет, Катя, это важно, давай обсуждать. Естественно, я спустя 3 года поняла, да, это было важно. И, собственно, возвращаясь к эмоциональной вот этой составляющей старта вот этого и страха, который был, то ли потому, что нас было трое, и мы коллективную вот эту ответственность взяли, причем мы все три, ну, здравомыслящие вообще люди, то есть не то чтобы прям супер рисковые. Не могу сказать про минусы работы совместной на троих, потому что я, наверное, просто избегаю этого диалога. Это тоже непростая фигня на самом деле. Вот, потому что одному тебе сложнее какие-то вещи делать, явно. Вот как я и описывала раньше, мне там сложно за какие-то вещи самостоятельно взять ответственность, потому что я не уверена в решениях, например. Да, и мне, собственно, поэтому и техдир и нужен. Но когда ты один, ты сам себе решаешь, как у тебя и что будет. Когда вас несколько, это я еще не говорю про команду, которая расширена, да, это только про партнеров, тебе как-то нужно жить в контексте границ других людей, при этом заниматься общим классным делом. Но мне нравится, что у нас мастерская стартанула именно из точки любви, хотела сказать, из точки дружбы и искренней заинтересованности в деле. Вот, наверное, вот это вообще основная самая мысль, которую мне хотелось выразить, что задача стояла не так, что давайте откроем мастерскую, такие бизнес будем делать, мамкины предприниматели, а из точки искренней заинтересованности в столярном деле и в совместной работе, что у Ромы стремление, он в какой-то момент это так сформулировал, я хочу быть художником, я хочу делать вот там такие-то предметы, эксперименты, вот, и он, собственно, у нас как бы так изначально и сложилось, что мы с Мишей занимаемся заказами, Рома занимается своими историями и время от времени заказами, если ему это хочется. Вот такая классная сказочка про нас. Сейчас мы уже немножечко в другой точке, то есть тот большой взрыв, который произошел на запуске, вот, он дал нам очень много заряда, то есть мы как бы как вот стартанули. Вот, сейчас у нас как будто бы следующий этап уже, да, у нас там какие-то более серьезные с точки зрения организации процессы, проекты стали более такими хитрыми, их стало несколько одновременно, то есть нужна некая системность. Скажу лично, я в этом чуть-чуть себя теряю, что ли? О, господи, как депрессивно звучало. Но это, я думаю, что тема для другого видео. О том, как важно гореть, и важно гореть со своими людьми. И не проводить время с людьми, которые тебя гасят. Но это про другое. Вот, я очень рада, что у нас это все так складывается, что мастерская стала не целью, а ответом на наши искренние желания. И я очень горжусь парнями, я горжусь собой. Я очень благодарна за вот и за нашу совместную проделанную работу, и за случай. Случай в этом играл, судя по всему, довольно прикольную роль. Если этот формат интересен на самом деле, потому что мне, я хорошо сейчас провела время, напишите, если это интересно, и на какую тему рассказать именно там про мастерскую, например. Я думаю, что я здесь буду просто вот время от времени делиться какими-то своими мыслями. Можно написать, если вам что-то конкретно интересно. И вообще, если что, у меня можно взять интервью, возьмите у меня интервью, мне нравится пи***ть. Мы просто формат интервью снимали для обзора
DIY Академия, это тоже общественная мастерская открытая, и я готовила интервью, то есть я брала интервью, и мне это так понравилось, это такой интересный формат подачи информации. То есть ты, ну как бы ты к этому готовишься, задаешь правильные и прикольные вопросы, уходишь там в разные темы. То есть это не просто говорилка, а это такая, типа, это диалог. Диалог — это всегда интересно, то есть послушать. И, блин, у нас на самом деле с Аленой, у которой я брала интервью, очень многие позиции на разные вопросы сходятся. Вот, а было бы интересно пообщаться с кем-то, с кем у нас разные позиции. Потому что, блин, это интересная дискуссия, это интересно. Собственно, вот такая история. Добро пожаловать в новый формат видеодневника и мои творческие субботы. Всем спасибо, пока.